вопрос по предстоящему сопернику. Что ты можешь сказать об этой команде? Хорошая, быстрая, техничная команда. Много талантливых футболистов молодых. Вот, но по сравнению с первым матчем, там, не знаю, не играло ряд ведущих футболистов, кто именно играл до этого. Вот, у них были изменения. Вот, насколько сейчас знаю, что приехала вся команда, но опять же не могу говорить, какой будет состав на игру. Есть ощущение, что эта игра все-таки будет, наверное, самая решающая, да, потому что дома ничья приемлемая и Спортинг, по сути, единственная команда, которая может не пустить, скажем так, вот Матильду. Ну, о теоретических шансах как бы не думал. Надо выходить и решать вопросы. Но плюс еще будет потом игра со Скендембрео. И в любом случае придется туда лететь и играть. И если даже мы сейчас решим вопрос, то ту игру, ну, как бы последнюю в группе никто не отменял. И как и здесь, и в следующей игре будем стараться добиваться максимального результата и добывать 3 очка.